Дагестан получит средства из федерального бюджета на бесплатные лекарства для льготников, а также на лечебное питание для детей-инвалидов. Всего регионам России в 2019 году выделят более 31 миллиарда рублей. Из них Дагестан получит 260,5 миллионов. Стоит отметить, что Республике Татарстан на эти же цели будет выделено более 1 миллиарда рублей.